Около 150 спортсменов собрались в Сочи на кортах Краевой теннисной академии. В открытом турнире приняли участие лучшие спортсмены в возрасте до 14 лет. Организаторы соревнований считают, что для первого раза турнир прошел на ура. Первым блинком не вышел, потому что я могу сказать, что великолепная база. То есть очень всем здесь нравится. Все были в восторге и как от погоды сочинской, так и от самого спорткомплекса. То есть очень просторно. Великолепные условия для проведения турнира. Но что касается самого турнира, это турнир второй категории российского теннисного тура, довольно-таки высокая категория. Приехало очень много участников, география турнира обширная, от Комсомольска на Амуре до Крыма, Москва, Санкт-Петербург, то есть очень-очень много регионов. Сочинские теннисисты, как всегда, показали хорошую игру. В категории 14 лет первое место занял Рафик Терзян. Четвертый номер в российском рейтинге сочинец Данил Спасибо сумел добраться лишь до третьего места. У девушек представительницы нашего города заняли весь пьедестал почета. Первое место у Полины Алджиян, второе место у Виктории Глотовой, замыкая тройку лидеров Дина Чайка. Помогли им воля к победе и, конечно же, свои новые корты, которые располагаются в Адлер-арене. Сам же турнир завершился без больших сюрпризов. Лидеры подтвердили свои позиции. Высокий уровень организации турнира оценили все спортсмены. Отличная организация. Соперники, конечно, нелегкие были. Трудно было пройти. Я стремился к первому месту, и у меня, сейчас, конечно, не все, что я хотел, но большая часть. Несмотря на то, что турнир проводили первый раз, он уже успел привлечь множество спортсменов со всей страны. Скорее всего, он станет традиционным. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.